Среди гостей нашего вечера мы видим там наши контакты, которые вы оставили в этой базе. Я не знаю, я хочу попросить вот эту девочку, как тебя зовут, скажи. Сейчас. Лизу, она будет вытаскивать. Кто еще не просит есть время, напишите. Она будет вытаскивать ваши визитки, ваши имена. И мы будем раскрывать несколько призов из Украины, которые останутся у вас на память в этом вечере. Начинаем. Вынимай. Давайте ручкой там хорошенько. Дайте свою визитку. Но ты получишь мне в любом случае ее разбумай. Кто там? Шангелия, Лоретта. Есть? Шангелия, Лоретта. Кто это? Ваша художница. Шангелия, Лоретта, получается, да, сейчас будет плейсмент. Шоколад Рошен, это самый вкусный украинский шоколад. Это такой лимитированный тираж, который был выпущен в этом году. И Шангелия, Лоретта его выиграет. Если она очень быстро не появится, то Ванда съест этот шоколад. Мы оставим пейк, да? Для Лоретты. Можешь вытаскивать следующее имя? Это твое имя. Сейчас мы сыграем такую ложку. Это сувенир от украинской художницы, дизайнера. Моя очень хорошая подруга. Это у нас в Украине называется оберег. То есть вот этот маленький сувенир, если вы его повесите в дом, он принесет достаток, то благополучие. Вот всегда будет полная чаша в доме, да? Всегда будет что кушать, в ложке всегда будет еда. Так, и такой сувенир у нас выигрывает. Это, конечно, не совсем честно. Нет, ну, это человек просто стоит ближе всего сейчас ко мне. Он даже не догадывается, что он это выиграл, он не знает русского языка. Майкл, it's for you. Please, Майкл, please. Thank you. You can say a number, please. I'm going to say, спасибо, мадло, thank you, it's nice to be here, very nice event, and thank you, Nina, for inviting me, very much. Это очень хороший приз. Я почему-то в Грузии крайне редко пью хороший кофе. Я знаю, куда пойти, да, на вас Лиза, я знаю. Я привезла английскую каву, это кофе со Львова. И сейчас мы разыграем этот мешочек. Манда. Мария. Мария Дердаряни. Мария Дердаряни, есть у нас? Мария Дердаряни. Ты она? Закажи дружбу. Я не знаю, как подтвердить то, что вы знаете Марию Дердаряни. Можно, конечно. Мы давайте мы отложим. Может, она появится, да? Дальше. Да, Мария, мы оставляем для нее. Это очередной сувенир, это модемка украинская, очень маленькая. Раньше какие-то куклы в Украине делали для детей, дети не брались. У нее нет лица, но ее получают. Лиза Талахадзе. Лиза, ты хорошо работаешь, молодец. Да. Это сумка тоже украинская. Автор Оксана Ягодка. Ну, я не знаю, мне кажется, будет приятно вам такое путешествовать по городу, либо подарить кому-то из ваших знакомых. Кто выигрывает? Ирма Меслишвили. Есть у нас Ирма? Ирма. Ирма идет? Идет. Ирма, мы вас поздравляем. Пусть вот ангел охраняет вместе с таким подарком из Украины. Это ручная работа. Еще есть такие сумочки. Достаем визитку. Раиса? Кто Раиса? Есть такая. Давайте сюда. Раиса? Извините.
Маэстро и ангела. Раечка, танц, Пашенька, поздравляю. Спасибо. Два слова у себя. Пожалуйста. Огромное спасибо за эту выставку, за обилие красок, за то, что всем сегодня хорошо, все мы улыбаемся. Украине огромный привет, мирного неба и нам, и Украине. Огромное спасибо. Пусть ангел всех хранит, не только меня. Огромное спасибо. Еще два ангела выигрывает Чубинидзе Анна. Чубинидзе Анна. Есть? Есть. Достойно. Она выиграла? Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Да. Сейчас приз от нашего партнера, который очень еще помогал мне в организации выставки. Еще эта помощь не закончилась, она длится. Завтра я ее еще раз почувствую, эту помощь. Потому что в таких проектах очень важно, чтобы были люди, которые, ну, даже на элементарном уровне техническом, что-то помогут, пригласят своих друзей, даже расскажут о проекте, поделятся. Это, ну, для меня это очень важно. И вот BTF Georgia, это компания, которая занимается деловым туризмом, помогает мне уже на протяжении, наверное, 3 месяцев всячески. И один из призов будет разыгран от этой компании. Добрый вечер, дорогие друзья. Позвольте представиться. Меня зовут Майя Белоуи. Я директор компании BTF Georgia. Наша компания представляет компанию делового туризма, и мы занимаемся организацией мероприятий, конгрессов и также бизнес-тревел. Да, в этом конверте мы разыгрываем ваучер на однодневный тур в Казбеке на 2 человек. Пожалуйста, скажите, кто у нас победитель? Нино Кропиридзе. Нино Кропиридзе. Есть у нас Нино Кропиридзе? Есть. Ура! Поздравляю! И следующий такой небольшой сувенир, это такой набор для путешественников. Кто у нас? Лев Никольский. Лев Никольский. О, Лев! Вам осталось только про путешественников. Спасибо большое. Я путешественник из Одессы. Отлично. Спасибо. Спасибо за визу. Очень спасибо. 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 Следующий подарок. Опять классный подарок. Я не знаю, почему-то я много пила кофе, конфет вроде. Не знаю, почему мне хотелось, наверное, чтобы жизнь стала приятнее, слаще. Это набор конфет. Это львовская кондитерская, авторская. У нас очень распространенный именно этот производитель. Витская мастерня шоколада. Считается, что шоколад они делают вручную по старинным рецептам. А какие здесь конфеты? Я могу показать, чтобы вас подразнить. Нет. Наоборот, реклама. Да, просто набор, ассорти. Да, если хотите, есть полки ассорти, можете опять на выслиться тильде-тильде, да? Прийти, купить кофе и поесть какой-то шоколад. Кто у нас выигрывает? Василь Бабенко. Василь Бабенко? Да. Василь Бабенко, наверное, в Украине может поесть какого-то? Нет? Не пар? Василь Бабенко. Есть Василий Бабенко, есть? Да, спасибо. Нет, Василий, он ушел наверное. Давай еще кого-нибудь. Лина Демчук. Лина Демчук. Лина Демчук. Все очень пища. Дякую, дуже дякую. На здоровье. Так, мы, наверное, разберемся с марки у Казани. Еще набор шоколада. Кто получает? Лиза Горбачевна. Как я же так разучилась. Достойно. А вы что? А что это? Положительный отзыв.
Оксана Бутрименко. Оксана, вы знаете, что вы получите? Ну, вы даже еще не знаете. Это оригинал, с которого возникли все вот эти птицы. Вот как он изначально выглядел, он был нарисован Галией Назаренко. Она вам его подпишет по желанию. Или это была докторская картина Петриковская, знаете? Да, Петриковская. Да, поздравляю. Еще одна птица. Оригиналов было несколько. Следующие оригиналы мы будем разрисовывать завтра с грузинами в парке Пушкина в 11 часов. Это будет флешмоб, посвященный событиям завтра, трагический день, памятный день для Грузии. И мы хотим вместе с грузинами рисовать и дарить птиц пожеланиями мира и счастья. И вот таких птиц мы будем рисовать. Это тоже Галя Назаренко, это тоже Петриковка, это тоже... Спасибо, слава Украине! Дея Георгация! Героям слава! Дея Георгация, есть? Следующий. Сока Фактарадзе. Сока Фактарадзе. Ты не уходи, автор подпишет. Пожелание не лично для тебя. Хорошо? Две налетки. Сока. Была Сока? Две малютки сейчас разыграем. Это American Cheesecake Simbilisi by Thea. Кто такая Thea из American Cheesecake? Марту! Еще раз фамилию скажите. Да мне фамилия, там есть American Cheesecake from Belize. Belize. Гюлин Belize. Belize. Берите Гюлю. Ванда. 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 Гюли. Берите. Они должны ей пить, да, за нее попросить. Это подписаться. Митирогу. Последний приз. Вот такой. Это на холсте. 10 лари на паспорту. Это замечательная картина. Ганна Олешина. Ганна Олешина. Ганна Олешина. Ганна Олешиной нет. О, телефон Виктора не будет. Кому-то нужно позвонить на эту почту. Приватбанк. Я уже вижу. О, Елена! Ура! Леночка, это приятно. Несколько лет назад работа вот этой художницы была нанесена на карты Приватбанка. И Приватбанк выпускал карты с петриковской росписью. Потом Приватбанк изменил свою политику, стратегию. Сейчас немножко другой дизайн, но мне приятно, что граждане Петриковска, картина потребляет дорогу в Пирамидности из Украины, уехали все в Приватбанк, вот с Приватбанку. Витаю вам всем. Українською мовою. Я дуже рада, що сьогодні присутня на такій чудовій виставці. Ми, українці, які тут присутні, наче побували в нашій Україні, яка зараз переживає дуже важкий час. І тому я хочу побажати Україні і всім нам мира, тепла, добра, мирного неба, щоб такі чудові квіти і птахи були навколо нас. Я очень рада присутствовать на этой выставке вместе с грузинами, с украинцами, вместе со всеми, кто здесь есть. Я почувствовала себя в Украине, потому что здесь рядом с нами сейчас кусочек Украины. И я хочу пожелать нашим обоим народам добра, мира, тепла, и чтобы нас окружали в этой жизни вот такие прекрасные цветы, птицы и было мирное небо. Спасибо большое Нино за прекрасную выставку, спасибо большое всем, и дай Бог нам всем мира и тепла. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Смерть ворогам! Украина! Понад усе! Понад усе Украина! Спасибо большое, наша песня закончена! Спасибо, продолжаем общаться, наслаждаться выставкой. Я хочу сказать, что завтра в 11 часов в парке Пушкина мы будем птичек рисовать.
вас, приходите. Ой, все. Лекция в 4 часа в Анде завтра, в 4 часа с фильмом. И тоже с мастер-классом небольшим. Да, что да, можно, ножницы нужны. Если кто хочет, мне еще унесли с собой, пожалуйста, раздавайте всех. Спасибо за то, что ты есть у меня, за то, что наполнено сердце любовью, и каждая клеточка моя хочет быть только с тобою. Я помню, скучаю, целую и жду, и ты вспоминаешь. Я помню, скучаю, целую и жду, и ты вспоминай обо мне. Ведь я тебя очень, я тебя очень, я тебя очень, очень, очень. Время живет, и сердце поет, и снова ночами не сплю. Ведь я
Oh, God.